С приходом тепла в Балакове началось активное строительство различных объектов. И жители беспокоятся, как бы в их дворе не появились очередные пивнушки. Так в нашу редакцию обратились жильцы дома номер 37 по улице Минской. В их дворе начали готовить площадку под строительство. Что же здесь будет? На данный земельный участок был приобретен моим доверителем еще в 2016 году. На данном земельном участке выдано разрешение на строительство администрации Балаковского муниципального района. Согласно данному разрешению, здесь будет возведена двухэтажная торговая площадь строения, в котором будет размещен магазин «Цветы», ремонт бытовой техники и парикмахерская, то, что запланировано моим доверителем здесь размещать. На все документы, на все строительство имеются документы, договор купли-продажи, разрешение на строительство. В общем, все ведется в соответствии с законодательством и строительными нормами. Строительство должно начаться в течение следующего или этого месяца. Продлиться должно где-то до конца года. К концу года где-то должен быть объект введен в эксплуатацию. Также еще хотел бы обратить внимание беспокойных жителей, что размещение на данном месте какого-то заведения питейного не имеет целесообразности и смысла, поскольку рядом расположен объект красно-белая торговля алкогольными напитками, поэтому размещать здесь еще и какое-то питейное заведение не имеет никакого смысла. Будет ли эта территория благоустроена? Да, согласно плану благоустройства, в данном месте будут размещены цветники, высажены хвойные деревья, также сохранена растительность, которая в настоящий момент здесь имеется. Также еще хотелось бы добавить, что в данном помещении будет размещена аптека, что, я думаю, положительно скажется для жителей соседних домов. Я думаю, что данный объект очень удачно впишется в градоустройство города в данном месте. Переживают жители домов, расположенных за кинотеатром «Россия». Здесь по соседству с детской площадкой строение растет не по дням, а по часам. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а что здесь строится? Ну что? Не велено давать никакой информации, девушка. Почему? Ну как не велено? Это же должно вообще баннер висеть на дверях. Что здесь будет? Я даже не знаю, как ответить. Ну, как есть, так и ответить. Магазин будет сладости. А пиво будет или нет? Нет, тут именно его не будет, там здесь детская площадка. За это, да, уже жильцы подходили, интересовались, им сказали. Ну, не мы, а приезжали, говорят, нет, пива здесь не будет. Только продукция, ну, наши там, пищевые конфеты, да? Выбора очень много. А разрешение на строительство у вас есть? Это не к вам, девочка. И если в первом случае успокоить жильцов представитель собственника приехал по первому звонку, то во втором нам пришлось сделать запрос в администрацию района. О том, что согласно разрешению будет рядом с отремонтированной аллеей, мы сообщим после получения ответа.